без обратного билета. 750 российских туристов не могут улететь из Турции. Более того, людей выселяют из отелей за неуплату. Мы всю путевку оплатили через туроператора. Потом узнали то, что он обанкротился, распался. Нас попросили, не заселяя нас, нас попросили выйти из отеля, чуть ли не с полицией, и сказали до свидания, летите как хотите. Нам пришлось купить за свой счет. Заплатили $300, чтобы хотя бы остаться на ночь в отеле. Компания-туроператор TED Travel признала себя банкротом. В России остались клиенты, уже оплатившие путевки на курорты. Всего пострадавших от финансовых проблем туроператора больше 3000. Они могут рассчитывать на получение компенсации с финансовой гарантией туроператора. Она составляет 50 миллионов рублей. И застрахован туроператор был в двух страховых компаниях. И туристам, которые не смогли воспользоваться своими поездками, им надо написать заявление в эти страховые компании. Ростуризм планирует начать вывозить россиян из Турции уже сегодня. Потраченные средства за ночь в отеле туристам будут компенсированы.